человек-жилетка, плачутся мне друзья, хоть помогаю редко я. Каждый спешит делиться, что у него стряслось, будто бы Айболит я и Дед Мороз. Один недавно купил рейндж-ровер и на рейндж-ровере сбил корову. Корова в суд подала, машину продать придется. Другой хотел заниматься боксом, но в бирюлёве торгует коксом. Какая связь между тем и этим не признается. Но и подруг со мною тянет поговорить, как не стараюсь их кадрить. Хоть приглашу на ужин, хоть затащу в кровать, все начинают душу мне изливать. Одна сходила на днях в солярий, теперь похожа на рыбу в кряре, и не способна царевну лебедь играть в спектакле. Себе красавца нашла другая, он оказался фанат хентая, и на стене у него ВКонтакте одни тентакли. Пеняют мне друг на друга, знакомый сетует на супругу. Супруга жалуется на маму, а та на гены. Коллега тайно содержит мопса, сосед завидует Стиву Джобсу, а дворник обдурашит, пророчит конец вселенной. Проходит время, в кромешной хрени звонят олени, трещат тюлени, и бегемот тот же самый снова застрял в болоте. Мне самому-то куда деваться, чтобы на это пожаловаться, хотя бы вам тут перескажу, может, вы поймете. Лай-л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 ай